это. Давайте, давайте залезаем, что там такое. Мы какие-то нубы, честно. Да блин! Да чё ты меня... Твою мать! Попытка номер два, да? Нет, ты три! Да твою мать, да вы из меня прикалываетесь, честное слово, идите в жопу. Ещё выше, ребята, ещё. А зачем нам выше? Давай! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем продолжать проходить крутую карту про машину времени. Да, ребята, всем привет. Привет, ребята. Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы наберем, тем больше крутых карт мы будем проходить вот таким составом. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И, ребят, не забывайте ставить лайки и писать положительные комментарии. Пишите в комментариях свои идеи для наших новых роликов, мы читаем ваши комментарии и на интересные отвечаем. Приятного вам просмотра. Итак, ребята, это уже третья серия по машине времени, понимаете, третья. И иди куда? Нажимаем, нажимаем, уже закончить это все. И, ребят, если вы не смотрели предыдущие серии, посмотрите обязательно, потому что они были просто офигенные. Да, мы надеемся, то, что это все-таки будет последняя уже серия. Так. Дарлинг, чего? Странно, Bad Wolf Bay. Подождите, вот там есть эта штука. А что-то говорят, Игорь? Нет. Нет, вообще в чате ничего не пишут. Это как Доктор Кто? Ой, или как он, да, Доктор Кто же, правильно, который там путешествует? Я его не смотрел, да. Поэтому... Итак, вроде бы Майнкрафт тут открашивался, вы как там, вы живы? Нормально, нормально. Так, и где мы находимся? Ифьюси, так, если твоя система работает... Да, короче, какой-то уровень дистанции, пофиг. Что нам делать тут уже самое главное? Ой, а что у меня реально, у меня что-то ничего не грузится, не прогружается до конца карты. Это не битва с боссом, не? Ой, я упал. Это какая-то арена, ребята, смотрите. Нам туда... Смотрите, какие-то... Что это? Что это? Чешуйница. Это арена? Что это вообще такое? Ты уверен, что это арена? Ну, попал. Да, это арена. Да, это... Офигеть. Вы смотрите, мы уменьшили, смотрите, какие большие двери. А почему мы такие маленькие? Или это мы не маленькие, не знаю. Или это просто мир большой. Я пока что не понимаю, поэтому... А этот что, дырки? Ааа, я думал, это... Вот ты слепошары, а? Я еще переспрашиваю, уже решил проверить. Так, ну ладно, теперь мы знаем, что прыгать не надо. Так, а что делать-то? Я вам тебе что-то ладно. Хорошо, я не знаю. Вот тут смотри. Фиг его знает. Я, если честно, покажу, ничего не понимаю. Опа! Вообще, как это с временем связано, я не могу понять. Ну сейчас увидим. А, ну да, мы типа с помощью этого будки ТП-шнулись. Да-да-да, куда-то. ТП-шнулись, куда? Если бы у меня еще карта грузилась, я бы вам сказал, у меня не грузится. Понимаете, эта карта, ой-ой-ой, путешествие во времени, но сейчас мы как бы вроде как не во времени нигде. Да не, вроде во времени. Я сейчас вообще не понимаю, что происходит и куда нам бежать. Нет, а, во-во-во, смотри, смотри, тут какая-то лестница есть, лестница есть. Где лестница? Во, вот, давай. Вот, лестница, видишь, поднимается. А, понял. Бежим! А может мы просто залезем и не будем их трогать? Давайте убьем их вдруг. Трогает, ну трогай их сам, так. Ладно, давайте пытаемся их убивать. Еще один там заспавился, но я не знаю, так нужно их такой. Убивать или нет. А мне кажется, кстати, как раз нужно. Ладно. А мне кажется, нам нужно просто добраться. Да, ну не думаю. А мне ничего не кажется. Вот мне интересно, зачем такая огромная арена? Это прям жесть какой. Нифига себе, посмотрите назад, если у вас рендер дистанция большая. Вот у меня чуть-чуть не догружает. Офигеть просто. Кнопочка нажимаю. О, давай. И? Это просто кнопочка активирует фонарик, если что. А, не, эта кнопочка вообще-то делает нам спаунпоинт вот здесь. Не знаю, о, не о, знаю. Вот сундук, пацаны. О! Слушайте, сына, как переводится утхэт? О, утхэт. Не знаю. Ой, тут еды много, зелок много, пацаны. Я возьму себе еды, потому что там написано? Возьмите кто-нибудь золотое яблочко себе, там оно так, одно. Смотрите, это был только единственный путь, но здесь есть немножко. А, это был другой путь. То есть мы не... Это был другой путь, но для тебя вот какие-то припасы. Так, а какой первый путь, если это другой путь? Нам дали зелки, давайте будем взрывать их на себя по очереди только. А что там? Зелье скорости? Давай. Готовы? Да, давай. Так. У нас минута 30, чтобы побыстрее побегать. Так, что... я предлагаю вам разделиться, потому что, ну, если мы будем в одно место бежать, будет не очень. Ну, смотрите, давайте к другому концу пробежим, то есть вот это все. Ой! Ну, короче, ты туда бежишь теперь. Давай ты туда бежишь, а я на другую сторону побегу. А, мне сделать тебе. А ты, Игорь, да, не знаю, да, пойди в центр или... Эдисон нашел лестницу. Давайте, давайте, залезаем, что там такое. Мы какие-то нубы, честно. Да блин! Да чё ты меня... Твою мать!
Попытка номер два, да? Нет, иди сюда, три. Пожалуйста. Да твою мать, да вы из меня прикалываетесь, честное слово, идите в жопу. Еще выше, ребята, еще. Зачем нам выше? Давай! Так, все, я... Нет, все, я думал, я умер. Так, на кнопочках, спавнпоинт, значит, правильно идем. Ааа, твою мать. Мне кажется, дальше прохода-то нету. А, нет, 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 есть, что-то есть. Хорошо. Посмотрите, там изначально что-то в чате было написано, мы это как даже не прочитали. Ну, пофигу. Пофигу. Мы делаем, но не знаем, что делать. Тут какая-то арена. Может, мы уже сражаемся с этим боссом или нет? Я не знаю. А где он? Что мы вообще делаем? Я вижу только какие-то монстры спавнятся и все, в принципе. Ну, хоть еды дали, уже слава. Хоть еды, да, мы что-то нашли хоть уже. Так, ну я куда-то пришел, тут два маяка. Jump into the center of the beam. It will help you. А, окей, я пойду в центр beam. Jeronimo on the way down. Ага, все нормально, нормально. Есть, так, получили. Beam, beam, бу-бум. Подождите, мы сейчас умрем же, да? С какого? Ты же высоко здесь, давайте лучше вот сюда прыгнем. Ай, ну падай ты уже. Мы не умрем. Высоко? Ладно, я сейчас побегаю, посмотрю. Я попробую. А я не могу даже туда прыгнуть, смотри. Прикольно. Так. А это что, смотрите, лестница какая-то. Лестница, а тут больше ничего нет? Нет, тут больше ничего нету. Так, сундук, сундук. Message from Torchwood. О, кстати, знаете, где мы появились? А где? Мы появились на центре. А, да-да-да. Эдисон, можешь, пожалуйста, это у тебя лучше получается. Мы появились на центре, пацаны. Ага, короче, какой-то доктор спрятал 5 ключей. Да, где-то. Это, если у тебя есть проблемы найти ключи, то я тебе в этом помогу. То есть на этих страницах ты сможешь найти, где спрятаны 5 ключей. Ох ты ж, вы прикиньте то, что мы 15 минут записываем, как мы добирались к этой книжке. Еще 5 ключей искать. Это какой-то... Справимся, справимся, давайте, где эти ключи? А если ты находишься перед панелью, то это, я не знаю, если ты смотришь на какую-то панель, тут так и написано, то это должно быть снизу слева, сзади тебя. Side behind the white toggle button. То есть... нашел один. Где это было? В сундуке. Где это было? В сундуке. Вот. Где это было в сундуке? Ну, значит, тогда это не нужно читать. Так, короче, давайте мы так будем искать. Просто ищите сундуки, они где-то тут, знаете, под блоком. Вот, еще один нашел. Еще один. А, значит, сундуки все тут, да? Да, я нашел уже два. А что будет, если красавец, я найду кнопку? Красавец, красавец, красавец. Мне кажется, там ничего нету, поэтому. Давайте, ребята, уже два есть. Давайте, 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 быстренько. Втроем там исправимся, давайте. Давайте, давайте, хорошо. Эти кнопочки ничего не делают. Игорь, как всегда, наверное, ни один не дал. О, я нашел еще. Так, еще два всего лишь. Ты наркоман. Еще нашел. Четыре. Да где ты? Где ты его нашел? Подожди, я реально не понимаю. Вот эта панель, которая вот тут, видишь? Ты уже тут находил что-то? Перед вот этим стендом. У меня сопельки. Ну сейчас, вроде бы находили. А вот я не вижу, если честно, где и что тут. Но смотрите, если мы будем стоять перед этим, перед... Ну, панель. И где оно? Где-то левее панели он написан? It will be in the... Где-то слева снизу, hand side behind the white toggle button. То есть снизу какой-то белой кнопки, снизу слева какой-то белой большой кнопки какая-то. Вот белая... она, белая большая кнопка. Где-где-где-где-где? Вот оно, по идее, вот это оно. Да тут много таких, поэтому... Да, много таких, тут... давайте искать. А где ты нашел? Ты тут не находил вообще я никакой? Я не помню, но я... О, я что-то... Вот оно, его, здрасте. Нашел? Да, третий. Что, куда теперь? А, ну все, у меня вот как раз, у меня 4. А у меня 0. Так, вот что, куда? Ага, Эдисон самый бесполезный, сон! И мы сейчас! Благодаря Эдисону мы нашли последний ключ. Во-во! Много ума не нужно поискать там что-то. Вот сюда нужно ставить ключи, не понял? Или что? А вот там не написано, но мне... Нет, что это такое? А, вот, в этой книжке написано, сейчас. Вот вся эта 5 ключей. Если ты найдешь, короче, всех и кинь их вместо возле желтых рычагов. Вот они, желтые рычаги. А ну, кинь книжку. Желтый. Вот, смотри, тут что-то... Into the hole, а press... Вот, ты, смотрите, смотрите! Я же говорил, press Q into the hole, вот. Сейчас, ну, давайте. Стой, уйди, уйди, уйди. Я кидаю, все 4 кинул. Я кинул, все. А третий... 1, 2, 3, 4, 5. А третий где? Кинул. А, вон, да. Вернулся. Кидаю снова. Все. The Tars, the Sleeper to Life. Мы что-то возвратили. Какие-то звуки есть? Нет. Меня нету. Мы просто телепортировались обратно. Кстати! Во! Умейте вот эту... Слушайте. Пацаны, что у тебя есть? Сейчас, что у тебя есть? Ну, звуки, сейчас он сказал, этот модератор.
А нам не дали ничего случайно? Вот да смотрите, нам что нам артефакт. Нужно. Нам четвертый артефакт нужно. У кого четвертый артефакт? Мне ничего не дали. Мне тоже ничего. Так, а, не, мне дали. Так, а ну сейчас. Нас еще кто-то парит. Капец, понимаете, кто нас путает все время? Вот почему мало видосов выходит? Все! Готово! Так, Power Time Portal, стендбай. Ага, нужно ждать, типа. Primary System. О-о-о-о! Что-то произошло. Что-то произошло, да. Она что-то готова. О-о-о-о, что-то пошло, что-то пошло. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я боюсь! Пойдем. По машине времени. Ой-ой-ой. Пацаны. Опа! Бухаловка. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, куда-то ты пехнула. Так, где мы? The hard path, the easy path. А давайте лучше легкий путь уберем. Давайте. Хотя мне кажется, это может. Подождите, может это ловушка? Типа специально? Я не знаю. Давайте выберем сложный путь или легкий путь. Давай в хард поехали. Не, подожди. Не, зачем мы? Да как ты твою? Путь боли. Как всегда, он думает через сраку, а потом сожалеет. Мы выбрали путь боли. Ну как бы это была ловушка, понимаешь? А у меня еще броньки даже нету. 5 power ноут какие-то нужно найти, какие-то 5 этих power каких-то нужно найти, поняли? Так, там же... хорошо, давай будем искать. И как ты это нашел? Вон один рычаг, активируйтесь наверху, да? Я что же активировал? Оно на каждом вот этом, на каждой башне. А, это иди сюда. Сейчас тоже активирую. Сейчас я вот этот активирую, иди сюда. Я тоже активировал. Последний. Я пока что не понимаю, что тут происходит, честно. Мы сейчас с этим боссом, по идее, сражаемся, да? Так, последний остался. Наверное, мы какие-то рычаги, типа, как на Эндер Драконе, типа, активируем. Так, ну, что такое, да? Ну и что? Так. Total System Failure, то есть... Ну что там из... Опа, опа, запасной генератор. Один. Начало записи. И... Открылся вот тут. А, вот проход, да, проход открылся. О, я вижу какого-то марсианина, кто это? Я... А, вот он, зверь. Зверь. Повелитель времени, нафиг. Друли. Офигеть. Наратор. Я это понимаю, что там много текста, но... Ой. О, что нам дали? Нифига себе! А может, погнали, кнопочки снять? Инфинити. Давайте по кнопочкам попробуем. Мне кажется, под глаза, на самом деле, ну ладно. Эпическая битва! Нет, видишь, походу кнопочки. Рейнджер, вот так. Не, ну мне кажется... Пожительно надо стрелять? Вот там кнопка есть еще какая-то. Нет, тут еще кнопки зеленые на лапах. О, О, да, на кнопки. По лапам. Да, по лапам. Снизу есть. Где, где? Ай, блин, Зараза! Кстати, бьют ребята, диггеры какие-то. Так. А у меня суки есть, можно суку. Панч. Ну мне кажется, это еще не конец, мне кажется. Блин, эндермены, короче, тут с мечами уже типы. Ой-ой-ой. Какие-то короли нафиг с этими... Блин. Так, убил. Убил, сзади. Ух, нормально, пацаны, идем. Пока же справляемся. Да. Фу. Так, и что теперь? Так, бумер, атак, опять? А что ему атаковать? А что ему атаковать? Потому что они отрезались, типа. Да. Я тоже понял, да, не вряд ли. Так, ты... Блин! Воу! Что это? Нет, тоже! Он взорвался! А, этот большой там? Да, бумер, черный. Да, у меня большие звуки какие-то, слишком такие... Прям пердоли, чё-то. Так! И что? Мы будем надеяться, что мы его убили. Сент was the... Убил, уничтожен. И время восстановлено! Да. Побеждаю, поздравляю тебя с победой, я надеюсь, что ты, ну, тебе понравилось это путешествие, и сейчас мы тпхнемся обратно сюда. Так, что тут написано? Победная. Да, ну, круто, ура, мы победили! Да. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайк, если этот видос вам понравился. И, в общем-то, ребята, подписывайтесь на... подписываться на наш канал, вот, скажем. Ссылочки если вы найдете в описании, и, собственно, если на тебя передаю слово. А также не забываем оставлять свои комментарии под видео, если вы хотите, чтобы мы дальше проходили вот такие замечательные карты, мы будем стараться находить их для вас.
Ребята, тут прям такие терминаторы стоят, короче, прям. Да-да-да, там летающие эти. Ну, в общем, всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока.